За час проведения областного оздоровленчего профильного лагеря по основам безопасности жизнедеятельности и взлету отрядов юных вертовальников пожарных, гэтые ребята прошли огонь, воду и медные трубы. Зразумела, не в литеральном сенсе, а подчас шматликих тренировочных мероприемств и показальных выпробований. Тут собрались соправдные знауцы, готовые отримливать новые веды и делиться своим уластным опытом. Меж тем, организаторы мероприемств, Гомельское областное управление МНС и управление эдукации облвыканкама упэўнены, юные узрост удельников у гэтай справе только на карысть. Чем раньше мы в данном случае заложим им знания по безопасности жизнедеятельности, тем больше можем рассчитывать на то, что это все потом реализуется в их дальнейшей жизни. И у нас будет сокращаться и количество чрезвычайных ситуаций, будет сокращаться количество погибших, пострадавших в этих чрезвычайных ситуациях. Потому что практически 100% всех ЧС – это дело рук человека. Либо в том случае, если он что-то делает, что не нужно делать, да, либо забывает или не делает то, что необходимо в данной ситуации было сделать. На урочистой церемонии закрытия отбылось узнагороджение пераможцев и призеров у каждой из конкурсных номинаций, как у индивидуальных заликах, так и агульнокомандных. Подчас проведения областного лагеря из лету ребятам была пропонована насыщенная споборницкая программа. Огляд строя, боевое разгортывание, оказание первой медицинской допомоги, выратовальные работы на открытой местности и многое иншее. Одним из наиболее ярких конкурсных упробований стала творчая презентация деятельности белорусской молодежной громадской организации «Выратовальные пожарных». По выниках усіх пропонованных ребятам конкурса уладальниками третьего места стали навучэнцы гимназии номер 58 города Гомеля. На другую приступку пьедестала поднялись вучні средней школы номер 7 города Решицы. Переможцами областного взлету отрядов юных выратовальников пожарных и оздоровленшего профильного лагера по основах безопасности жизнедеятельности признанные навучэнцы средней школы номер 60 города Гомеля. Мы участвуем не первый год, мы участвуем на областных соревнованиях уже третий год, держим первенство третий год. Девиз «Когда мы едины, мы непобедимы». Варто отзначить, все летние пераможцы заўсёды трапляют у спис лидеров. Такая закономерность не выпадковая, худший заклад постоянных тренировок отрядов юных вратовальников пожарных, а так само удалое сполучение теоретичных ведов и практичных умений у команды и тяга до новых ведов у галине основ безопасности жизнедеятельности. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».